Всем огромный привет, мальчики и девочки. Возможно, что сегодня мы будем завершать серию Silent Hill Origins. С вами Краб. И нас ждет одно из самых горячих заведений этого городка, которое нам не дает покоя уже несколько частей. Это наш жаркий, замечательный мотель. Почему наш? Потому что я так часто в нем бывал, что мне кажется, что я его постоялец. И вообще, у меня такое ощущение, что я его, этот мотель, сам строил. Практически в каждой из частей Silent Hill мы бродим по этому самому отелю, мотелю. Он немножко по-разному там назывался, но суть его не меняется. Привет, ребятушки, слышно нормально, все хорошо? Да, новый смайл в чате у меня тоже вызвали примерно вот такое состояние. Вот такое состояние вызвали у меня новые смайлы в чате. Но что делать, я часто в него впадаю, поэтому ничего удивительного в этом нет. Что ж, давайте не будем откладывать все дело в долгий ящик, а сразу перейдем к марлезонской части нашего балета. Со звуком все в порядке. Это наша традиционная мантра, ритуал, который мы, видимо, читаем на протяжении... Точнее, мы читаем с некоторых пор, со времени стрима «Черепашек-ниндзя». Видно нормально, ребят? Чуть как-то ярко разгорелись лампы. Пойду-ка я их немножко пригашу. Хотя, надо посмотреть, как это все будет во время трансляции. Так, не моего рабочего стола, а игры имеется в виду. Запуск. Все этапы. Так, окей. Сейчас, ребятушки. Так, Silent Hill не то. Давайте обновляем. Так, друзья, сейчас вы немножечко увидите черный экран, не переживайте. Все это пройдет обязательно. Так, мы играем в русскую версию. Все по-прежнему. По-старому, ничего не меняется. GGVP. А, gg2tv.ru. gg2tv.ru. Вау. Что это такое? Новый сайт чей-то? Так, ребятушки, все ли удобно у вас? Лично я пытаюсь поудобнее устроиться в кресле. Включаем аналог. 4:3. Музыка мальца подвисает. Так. Ну, слышно хорошо, да, товарищи? Если слышно хорошо, то это... Very good. Так, игра. Параметры. Обновить. Вот, появилась у нас игруха. По-моему, хорошо получается, да, такой свет? Комфортный. То есть не нужно его делать ярче или наоборот тусклее. Ну, вам лучше знать. Ребят, все? Всем все видно? Все хорошо? Бонич, можно света убавить все-таки. Вот сейчас смотрите, потому что до этого в меня светил рабочий стол моего компьютера. Погаси свет вообще, со стримом все ок. Продолжаем читать мантру. Хорошо, я сейчас немножечко... Ой, господи. Сейчас немножечко погашу свет. Когда сказал немножечко, я не совсем это имел в виду, конечно. Ну вот так. Ребят, говорите, чё как. Калибруйте нас полностью. Все норм? В комнате свет выключу. Так в комнате выключил, естественно. Все норм. Все было круто. Так было круто, ну если было круто, и все норм, да, я правильно вас понял? Воу-воу-воу-воу, а, нет, все нормально. Да, мы в правильном месте. Я уж было подумал грешным делом, что мы где-то в центре города с вами затерялись. А так все good.
Снова мы топаем внутрь этого замечательного мотеля. Ни единого разрыва. Вот, вот четко. Окей, вперед. Блин, правда, лампочка в глаз фигачит. А, аж слепит мальца. Ну ладно, я потерплю. Ради вас. Ради вас я потерплю. Напоминаю, что в прошлой... Блин, я не могу, она очень жестко фигачит в глаз. Надо вот так играть. Можно буду вот так играть? Только у меня нет третьей клешни, чтобы нажимать на джойстик. Окей. У нас где-то здесь был... Старые пропуска нет. У нас был какой-то календарь, на который наш герой пялится уже битый час. Ну, все время нахождения в этом отеле. Кажется, он с другой стороны. Да, с другой стороны. Надо просто привыкнуть к этому, ребят. Выключи ее совсем, тогда вы совсем ничего не будете видеть на вебке. А какой смысл в ней? Ты чем-то похож на главного героя в игре. Стойте! Пацаны, у нас же косплей. Секунду. Сейчас. Сейчас все будет, ребята. Все, пацаны, я в теме. Ой, я ничего не слышу. А, нет, кажется, что-то слышу. Но очень плохо. Норм, все. Я похож на дальнобойщика? Щетину надел, да, и щетину надел, и кепку. Все, я чемпион по косплею Silent Hill Origins. Давайте мне медали. Правда, прав нет, но это не важно. У половины дальнобойщиков в России нет прав. Поэтому не парьтесь. Все, good. Пацаны! На, немножко так. Сленгом вооружиться там. А Петров! Петрович! Масло потекло! В карбюраторе масло потекло! Петрович! А? Петрович! Давай, наливай! Петрович, масло, давай, наливай! Вот как-то так они разговаривают, да? И Иваныч! Как-то так. Окей, ладно. Здесь есть вращательный календарь. Давайте вспомним, что он там нам демонстрирует. 0.4, 0.5. Окей. А что там у нас было-то по записям? Какая-то дата у нас там была, да? Что-то я там записывал. 12. Я записал 12. В календаре была цифра 12. И чё? Что 12? Что мне с этим сделать? Как мне жить дальше с этим? Давайте посмотрим последние записки. Блин, не могу. Все, пацаны. Косплей закончился. Косплей закончился, сори, я просто не могу играть в этих кепках. Они очень жестко давят на мозг. Олицетворение заблуждения. Заметка вахтера. Что пишут вахтеры? Хуана. Снова сломался на сером машине. Разволить. Посмотреть машинки. Бюро находок. Эд. Ну, вы знаете, судя по всему, нам сейчас реально придется угадывать с датой. Вот по какой причине, ребятушки. Проблема в том, что у нас вот есть небольшая дилемма, связанная с тем, что нам идти некуда. Нам просто некуда идти, мы везде были. Мы, знаете, мы как сын Абрамовича, мы были уже везде, нам уже неинтересно.
Мы были везде, нам неинтересно, понимаете? Реально, вот все облазили. Поэтому, стоп, парняги, парняги и парнишечки, и парнюшата, у нас же есть еще ключ от офиса менеджера, я Валера, я не то что Банивур, я просто Валера, вот же, Краб, это ж наш офис, Краб, с Крабом, точняк, выключи ВК, ок. Стойте, я не готов, подождите, надо выключить ВК, сейчас. Собраться. Блин, какого черта в офисе с Крабом делает какая-то тварь? Там никого не должно быть. Так, это важно. Бесплатный хуй. Хостер вообще все упал, сет лежит. Понятно. Ненадежно. Понятно. Пока на некоторое время мы с сайтов... А без света боишься? Вот, Нобелес, видишь, теперь приходится переключать вкладки с сайтами вручную. Это печально. Мой сайт, который мне это давал возможность видеть все в одном окошке, лег. Так, ну ладно. Теперь вспомним боевку. Чего-то там. Правой кнопкой. Ребята, руки-то помнят. А ручки-то вот они. Вот так вот, ребята. А вы думали, на, по щам, вставай. В смысле, лежи. По-моему, довольно, знаете, профессионально я вот отмудохал. Вообще без каких-либо затруднений в жизни. Окей. Теперь давайте внимательно и детально изучим пространство. Бог есть. Меня позвала одна из уборщиц, сказав, что в палате 500 что-то не так. Дверь была открыта, а внутри, о боже, вонь убивала меня. Ребенок просто стоял там. Они сказали, что он пробыл там 10 часов. Я отключился со слезами на глазах. Это не должно было случиться. Теперь полиция заперла палату. И я возвращаюсь домой. Это нам сильно поможет, конечно. Ребенок просто стоял там. В каком ребенке? Ну, по всей видимости, о... Вонь, это точно об Олесе, ребята. Это об Олесе, ребята. А это что? Ребята, это кажется об Олесе, которая... Почему стоял, непонятно. Скорее всего, она лежала. Ну, не важно. Ух ты, какой симпотный олень. Часы, рыба. Все круто, ребята. Что дальше? А, он смотрит на дверь, да? Он смотрит на дверь. Стопка бесполезных файлов. Стопка бесполезных фейлов. Наверное, так должен называться мой стрим. Так, мы обошли все кругом. И, как уверенно заявляет мой персонаж, ничего полезного. А есть еще три двери. Нам, которая сзади нас нужна дверь. Куда мы вышли? Ага, вот так вот, интересно. Ага. Это очень-очень-очень-очень интересно. Попали в новое крыло, нас ждут новые приключения. Новые задрыги разного свойства. Всех мастей и окрасов. Новые отребья. Ай, да ладно, нет. То есть похоже на то, что мы просто открыли новый проход. Никаких календарных дат, которые нам помогут вскрыть этот... Я даже не знаю, что это. Календарь с кодом. Нет. Окей, давайте сразу откроем дверь, которая теперь открыта. Что, ребята, пора топать дальше. Ух ты, ну тут все весело. Знаете, я понял, эта игра напоминает мне одно из произведений Стивена Кинга, которое называется «Туман». Еще по нему фильм сняли, который именовали «Мгла». Вот так же в «Тумане» ходили огромные страшные неведомые твари. Разве мать?
Разве мы удивляемся чему-то? Я сломал от него ключ, но я отряхну этого паренька. Нас игра привела в чувство, ребят. Во-первых, очень прыткий молодой человек. Или непонятно, кто это. Баба-мужик. Очень прыткая баба-мужик. И она нам тут же, во-первых, поставила бланшет. Так. Спаситель, ребята. Так вот, как выглядит спаситель. Я думал, что это все-таки аллегория на Иисуса. Хотя иногда спасителем является именно такая волына. У меня есть патроны для штурмовой винтовки. У меня вообще много патронов. Зачем я хожу и дерусь гаечными ключами, я не знаю. Я просто упорот. По-моему, у меня терминальная стадия фимоза головного мозга. Зачем я дерусь всякой хренью, если можно всех стрелять направо? У меня калаш даже есть. У меня есть спаситель. У меня есть чертова уйма стволов, которые я, пожалуй, и возьму. Что там у нас валяется? А, ну ящик, да. И какая-то записка на унитазе, ребят. Ну, может быть, это, конечно, недотертая туалетная бумага. Но нет. Ничего полезного. Схватили какой-то ящик и рады. Просто старый шкаф. Хорошо, спаситель — это круто. Давайте посмотрим вообще. Вот я, например, хочу тебя перезарядить. Хорошо. Это очень хорошо. Тяжелый, удобный револьвер, на боку надпись «Спаситель». А, я ХП хотел посмотреть. Ну, ХП, в принципе, есть еще. Правда, мне не очень хочется сейчас пить аптечку. А сколько у нас их? Сколько у нас их? Ни одной? Да ладно. А, две микстурки. Давайте одну выпьем. Почему я не позеленел? Ребят, я должен был позеленеть. Алло, ку-ку. Народ. Это нечестно. Я позеленел сейчас от злости. Я должен был выпить микстуру и позеленеть. Почему? Что? Я всегда так... Что-то такое со мной происходит, когда я пью боярышник. Я выпиваю и зеленею моментально. Кстати, на этих огромных тварей радиоприемник даже не реагирует. Вы заметили? Нормально, ребят. На нож. Ну какого хрена? Я же держал ее на расстоянии. Я же катил, я же байтил, я же микрил. Нет? Не микрил? Снова битое состояние. Тебя, понимаете? Она как будто говорит: ну что, слабак? Что, слабак? А у тебя пупок развяжется пройти игру с кухонным ножом в руках. И я просто не могу, понимаете, я просто... Это что такое? Циркуль, блин, у меня. Что это? Это кухонный нож, ребята. Как я с ним должен драться? Я не знаю. Я ей-богу не знаю. Ну давай, а, вот кухонный. Вот это кухонный нож. Ну хоть ДПС у него повыше с кухонным ножом, поэтому пойдемте с кухонным. Ну что, краб? Ну что, ДСТТ? Ничего, все нормально. Проходим, видишь, вот. Напрягаемся. ДПСим. Ничего, нет. Там на кровати какая-то записуля лежит, явно. Но она не активна. Топаем дальше. Что это за значок, вот этот вот фиолетовое нечто? Это что такое, ребят? Кстати, вы заметили, что вот на этого здоровичка, вот который был справа от нас, когда мы только вошли в эту локацию,
Даже радиоприемник не реагирует. Все настолько плохо, ребята. Все настолько плохо. Окей. Есть еще несколько номеров, и есть еще кухня. Ой, да тут целая движуха, ребят. Тут можно к бассейну пойти, который сделан в форме задницы. И наверняка там будут какие-нибудь красотки загорать. По крайней мере, на это надеемся. Отлично. Что? Что меня не покидает ощущение, что рядом кто-то есть. Точняк кто-то есть рядом. Ух ты, ух ты, ух ты, ах ты, все мы космонавты! Опа! Давай! Ой, мой герой устал, но ножом работает довольно справно, смотрите. Ой, опять его туда, прям вот, ох. Прям в самую тютельку попал. Операция по кастрации прошла успешно, я думаю. Болезненно, но тем не менее успешно. Ух ты! Палка, мусор. Все? В этой локации нашли только палку. Хорошо, что... Кстати, вы слышите? Вы слышите? Какой-то бомжара шарится в мусоропроводе. Эй, кто там лазит по бакам? Сифон! Ух ты! Ух ты! Ух ты, ребята! Ой, что-то мне туда... Что-то мне туда расхотелось заходить. Стойте. Вот так. Как это подтвердить? Так подтвердить, господи. Че я туплю-то? Так. Ребят, что-то все не очень, конечно. Окей, ладно, туда. Я так понимаю, что... Угу, это кухня. И я напоминаю о том, что мы на прошлом стриме видели в одном из проемов в странном коридоре паренька с мясным ножом. Причем такого, знаете, телосложения, что... Я думаю, что... Встреча с ним закончится для нас попаданием в суп, как для того индюка. Или для кого? Кто там попал в суп? В известной поговорке. Ну ладно, давайте посмотрим поближе. Да, монстр. Кто-то заколол его ножом. Чувак, ты тут столько монстров заколол ножом, что этот вопрос как-то неэтично задавать именно тебе. В контейнерах полно мусора, нет, в этом я рыться не буду. Действительно, мы же не... Мы же не бичи какие-нибудь с вокзала. Индюк, да, все-таки? Индюк тоже думал, да? Да, все-таки индюк, да, я не ошибся. Блин, хочется сохраниться, ребят, очень. Ага, все нормально. Мясной трюк. Чувак. Ёкарный бабай. Не, ну с одной стороны, то, что он разделывает монстров под орех, это хорошо. Может быть, он за нас. Но мне кажется, мы не должны у него это спрашивать впрямую. Боже мой, нет. Не смотри на нас, чувак, не надо. Да ты чё, дурак? Ты что делать, пацаны? Пацаны, выход! Пацаны, что мне делать? Нет, у меня есть, конечно... О, нет, дяденька, не надо! Не надо! Он нас просто насадил на вертел, как свинью. Да чертов вид, я ничего не вижу, ребят.
дверь, она должна открываться, твою мать, пожалуйста, откройся. Будь ты проклята, ребят, придется драться. Ну, хорошо. Хорошо, чувак. То, что мы пережили... У меня полоски ХП не меняются. Я не понимаю, что происходит. Ладно, чувак. Сейчас посмотрим, что ты скажешь моему автомату Калашникова, козлина. А, получил, гнида. Ой, дяденька, не надо. Слышь ты, я в тебя пол обоймы всадил. Дохни уже, а? Что такое? Куда ты пойдешь? Куда? Сюда. Перезаряжай. Опа, промахнулся Акела. Дурак, да беги же ты! Как весело-то нам! Почему он не умирает, ребята? Он умирает, ребята. Все в мире смертные. Даже эта тварь. Поменяли на калаш. Да! Хорошо вошел. Да, оставь себе, дружаня. Трофейный. Давай. Бери себе. Классная же штука. Кстати, зацените калаш. Реально работает. Взгляд моего героя говорит о том, что ему бы очень хотелось сейчас отправиться куда-нибудь в душ. Или хотя бы в комнату с наличием туалетной бумаги. Да и мне тоже. Окей, мы почему-то не теряем ХП. Нас насадили как порося на вертел, но мы не умерли. Я не понимаю, ребят, что происходит. Я никаких кодов на бессмертие не вводил. Ей-богу, вот вам крест. Но полоски ХП не меняются. Может, это баг какой? Какие читы, ребят? И честно, я готов их убрать. Что? Я не знаю, что за читы. Я ничего не вводил. Ладно, хорошо. Автомат Калашникова. Очень мне понравился. Я думаю, молотком мы бы убили его до потери сознания. Ну, а теперь можно и с ножом потусить. Кстати, а мы что-то там взяли очень крутое. Нет. Да. Давайте проверим. Хороший такой мясной крюк. Я думаю, такой у него неплохой рейндж. ДПС низкий, но нам... О, теперь открыто, да? Класс. Класс, ребята, класс. А вон и сохранялочка. Это радует. Ну что, пул-пати нас ожидает. Там все закрыто с той стороны. Кстати, я бы еще немножко вернулся назад. Никак не могу я удобно усесться. Да что ж такое? Меня видно? Фулл пати, да. Стойте, я, кажется, что-то тут пропустил. Что-то здесь должно... Вот, видите, куда-то он смотрит? Это дверь. Это ничего. Сейчас еще раз внимательно здесь. О! Так. То есть какая-то скотина заперла дверь как раз в тот момент, когда мы говорили по душам с этим вот, будем называть его шеф-поваром. Окей. Мы ему это, конечно, запомним. Что? Это один из тех монстров. Думаю, что он мертв. Слушай, да ты Пинкертон прям. В отличие от тебя, он мертв, да. Вот в него всадили нож по самые... Ну, вы поняли. И он помер. А в нас всадили нож, и норм все нам. У нас все хорошо. Так, сохранялка. Это здорово.
что, я не помню ни одной песни из этого автомата. Окей. Кто-то просил тебя вспомнить, что ли? Это... Не угадай мелодию, чувак. Да, ну стол, ну давай, подойди, там явно что-то есть. Там что-то явно лежит. Друг, ты же смотришь на это. Тебе нравится это, ты хочешь это? Давай, возьми это. Возьми хрень, давай. Моей отсутствующей жене. Я знаю, что я бы не чувствовал тебя... я знаю, чтобы я не чувствовал тебя еще хуже. Черт подери. Это так тяжело, что все равно, что ты мертва, но это не так. Любимая Хелен ушла, но твое тело все еще здесь. Я уже 2 года сплю один. Я стал таким ранимым, таким слабым. Я не отец Трэвису, иногда я даже не могу смотреть на него. Что же может вернуть тебя назад? Всегда твой... Ребята, по-моему, нас зовут Трэвис, нет? По-моему, Трэвис это наше имя, нет? Нет? Разве нет? По-моему, наше. Трэвис, давайте проверим. Трэвис, а? Я, что? Точно это наше имя, ребята. Это наше имя. То есть, реально, каким-то макаром мы забыли свое детство. Свое тяжелое детство. Ну, судя по этой мамаше, я бы тоже постарался его забыть. Имя протагониста Евпатии. Ну, может быть. Сохранено, да. Сохранено, да, детка. Ладно, ребят, все это здорово. Я думаю, нам нужно отправляться дальше. Если, конечно, нас на баре никто не угостит стаканчиком Будвайзера. Нет? Ну, как хотите. Так. Окей. Мамашу ты нашел? Угадай, кто отец. Так, кто же отец? Ричард. Ричард, Ричард, Ричард. Ну, пока мне ничего не говорит имя Ричард. Но мы будем думать над этим. Слушайте, пул-пати. Здесь наверняка полно веселых девчонок. Поэтому давайте сразу приготовим какие-нибудь заготовленные такие фразочки для знакомства. Крошка, скучаешь тебе потерять спинку? Да. Ну ладно, как обычно, сами себе будем тереть спинку. Что уж тут. Расшифровка символов. О, это как раз для стиралки. Очистка, замачивание 30 градусов, 60 градусов, 90, низкие обороты, высокие обороты, слив. Вот, Хавк, понял, какой значок нужно ставить нам с тобой на стримах, когда мы в лолец просаживаем. Вот, слив. Окей, так, а это и есть стиралка, кстати, очередной пузырек. Ну, как бы, микстуры у нас много теперь, а непонятно, куда их тратить, ибо мы не умираем. У нас ХП не тратится больше. Стиральная машина не открывается. Но я вижу что-то металлическое внутри. Что-то металлическое он видит, понимаете? Может быть, инструкцию приложим к машинке, я не знаю. Там нам он что-то говорил, нужно выдернуть ее из сети или что-то подобное. Но что-то он нам там рассказывал. Этот документ, который мы нашли в прачечной. Как же тебя открыть? Тебя открыть, детка. Ладно, что? Что? Что ты сказал? Да. А, ну ясно. Очень ценная инфа. Так, замечательно. Окей. Вон там ящик еще можно взять. Можно, я уверен, нет?
Боже, как я ошибся. Интересно. И вон сердечко в бассейне, смотрите. Как бы попа в попе. А, это сердечко все-таки, да? Я все-таки надеялся, что это попа. Так. А где-то мы видели что-то еще подобное, да? Тесак. Тиски. Машинка. Календарь. И какая-то еще. А, здесь ничего не было. По-моему, в плохом мире было что-то еще здесь, нет? Нет, разве? Что-то же было здесь еще, в этом коридорчике. А, ну тиски, да? Окей, ладно, хорошо. Хорошо, давайте пока просто потусим дальше. Не будем заморачиваться над этой загадкой, потому что у нас есть куда пойти. Когда есть куда пойти, всегда нужно сначала идти. А потом уже думать, как выбираться из задницы, в которую ты пришел. Пойдем наверх. Да, мы все прекрасно видим. Да, лестница. Ну и что? Что? Да, классно. Так. Сердечко. Надо как-то выкачать воду из бассейна, да? И что-то блестящее на дне бассейна. Я тоже вижу, чувак. Я это увидел еще раньше тебя. Что мне с этим делать? Стоп! Мы же можем достать ее этим крюком. Ядрен батон. Ребята, мы можем достать ее этим крюком. Реально изи. У нас же в руках огромный крюк, ёлпалая. Длинная строга с шипастым, опасным шипом и крюком. Блин, Тимоха, соберись, чувак. Это же прямой способ достать. Окей. Ни о чем не сказала Тимохе длинная палка. Тимоха у нас такой немножко притрушенный парень. Ладно, бог с ним, пойдемте в 101 номер. Так, собрались. Конечно, сейчас туда полезет, конечно. Какого ляда? Очень долгий ДПС. Ой, какая хреновая палка. Какая палка-то не очень, а? Так, и смотрим очередной раз свои ХП. О! Замигали, смотрите. Но нет, я не буду пить аптечки, принципиально не буду пить аптечки, мне все нра. Мне все нра. Тем более, что у нас есть еще одна шипастая палка. Ну блин, ну возьми ты ее. Возьми ты ее. Чувак, ну... Ты, конечно, додик. Ну вот же она, да, да. Что, да не патроны. Палка. Мы взяли патроны, и палка исчезла. Ну, норм. Такое бывает. В Silent Hill случается. Палка исчезла вместе с патронами. Так, куда? Куда? О-о-о! Да, винтовка у нас теперь просто, знаете, мы, по-моему, можем маленькую войну какую-нибудь Ватикану объявить и победить в ней, судя по количеству патронов в нашей винтовке. Мне нравится толчок без двери в этом номере. Это, видимо, для номер для пар, которые очень давно живут вместе. Мне было бы немножко неловко, но, видимо, некоторым постояльцам нравится делать это под ободряющий взгляд своего сожителя. Кронштейн взял. Какие патроны? Так написано было патроны. Точно тебе говорю. Точно. Инфа 100%. Патроны написано было.
чем проблема? Давайте выпьем энергетик. И зайдем в дверь. Замок сломан. Сюда тоже выйти нельзя, да? Куда она ведет? Очевидно. Хорошо, топаем дальше. Здесь еще много прекрасных номеров. Вот номера под номером 200. Слушайте, он типичный мотель. Куда? Где ты смотришь? Что тебя там привлекло? Ну, бассейн, да, да. Мы уже все это поняли. Ты же идиот, не понимаешь, что палкой в своих руках ты можешь вытащить изи эту хрень. Да, ну так себе палка, ребят. Ну, правда, нам хватает ДПСа ровно настолько, чтобы... По-моему, когда мы ломаем об кого-нибудь предмет, то он наносит двойной дамаг. Такое ощущение складывается. Всюду пустые клетки и запах. По всей видимости, здесь жил какой-нибудь Николай Дроздов местного разлива, который очень любил животных. Но животные отвечали ему взаимностью. Куда ты смотришь? Что? Окей. Так, ребятушки. Что я взял? Что? Не важно. Все полезно, правда? Все полезно, что из толчка. Так себе, конечно. Я думаю, что довольно средненького пошиба мотельчик. Так, 202. 202, но нам тут еще много чего изучать. Ой, как много нам всего здесь изучать. Пойдемте налево, ребятушки. Ничего. Ничего. Угадайте. Ничего. Вон там что-то блестит перед дверью. Дверь явно откроется. Вот попомните мои слова. Pink Moon Suit, конечно, откроется. Заклинило. Ну и хорошо, с другой стороны. Такая умиротворяющая обстановка. А вот тиски, собственно, комната с тисками. Игровая, пацаны! Прежде чем пойти на второй этаж, мы обязательно сохранимся. Игровая, ребята! Здесь наверняка сидит Майкер, Идиан, и вся администрация. Тихо. Берем кей. Берем кей. Берем кей. Берем кей. Берем кей. Я очень опытный бильярдист. Сразу сейчас с четырьмя кеями кому-нибудь втащу. Да не, не копье, чувак, кий. Давайте попроверим, как работает кий. Ой, какая чушь. Какая чушь, господи, ну ладно. Хорошо, сейчас положим седьмого в лузу. У меня есть кий. Да ладно, чувак. Серьезно? Не может быть. У тебя есть кий? Интересно, куда он все это помещает? В какое место на своем теле, в своей одежде он это все сует? Я курю только когда я счастлив. Очевидно, сейчас наш герой не совсем счастлив. Ведь у него 5 киев и ни одного партнера по бильярду. А еще он дальнобойщик. А еще у него мама сквозь зеркала ходила. А еще он отпрыск дьявола. О, класс, айс-хоккей. Это же круто. Играл я когда-то в него. Весьма успешно. Че, не думал, что он включен. А куда ты смотришь? О, класс. Автомат пинбола не работает. Да как же не работает, когда он...
на него смотрит. Давай, у меня есть символ. Токенс, токенс, токенс. Клево, что у нас есть символ, конечно. Теперь символами мы намного, намного сильнее. Дашь мне денег на пинбол? Конечно, сынок. Сегодня в обед. It's okay. Я просто хочу поиграть в пинбол, папа, это стоит 15 рублей. Sure. Конечно, конечно. There. Послезавтра. I'm going back to the room. Так, марш в комнату, маленький засранец. Wait for me here. Я жди меня там. Папа у нас жлобяра, конечно, еще тот. Ну, ок. Монетку изучить надо бы. Давайте изучим монетку, конечно. Да, Пух, я на стриме. Silent Hill. Давай, давай. Монетка. Маленький металлический знак для прачечной. Ребята, это победа. Спасибо доброму человеку в чате, который посоветовал мне изучить монетку. Иначе бы я с ней так и бегал бы, как макака, которая нашла зажигалку и бегает с ней по клетке. Ну, теперь мы знаем, куда идти с этой монеткой. Очевидно, сейчас зайдем еще в бар. Естественно, зайдем в прачечную обратно. Бар, естественно, закрыт, конечно. Это же бар. Так, где у нас стиралка? Стиралочка. Где ты, солнышко? А, вот мы как раз на нее и бежим. Мы удачно зашли. Так, ребятушки, какие вы все-таки молодцы. Применить, конечно. Я поставил знак стиральную машину, машина включилась. И чё? Господи, у меня эта жена делает. Я сейчас с ума сойду. Окей, может быть, на слив надо нажать? Так, а что он там написал? Что он там писал, этот товарищ, по поводу прачечных дел? Мои отсутствующие жене инструкции. Инструкция к стиральной машине. Наверное, это оно. У меня есть ощущение, что нужно на слив нажать. А что писал, что нам этот чувак говорил? Заметка по ритуалу на любимой жене, жена посетителя, рецепт, заметка магазина. Не-не-не, это вообще уже мы забежали. Записка вахтера, может быть, нет? Кажется, да. А, да, вот. Она кричала мне, хотела, чтобы я пойти, но я не смог понять, я пойду в вахту. И... После этого покраснеть, что я вам бежу из комнаты, что сквозь землю провалился, можешь посмотреть машинку, когда у тебя будет минутка, что-то застрял, в ней она отключилась. Низкие обороты. 60 стирка. Очистка. Низкие обороты, 60 стирка, очистка. Окей. Так. Где моя инструкция? Твою мать. Низкие обороты, 60 стирка. Сейчас перерисуем, ребят. Низкие обороты. Угу. Стирка в 60. Блин, как я это отличу? Мусорка с двумя точками. Окей, очистка. Это квадратик с... Угу, угу. Ну, давайте. Хотя бы я бы нажал на слив и не парился. Ну, как хотите. Так, низкие обороты. Что?
стирка в 60. Ах, господи. Ой, ой. О, а, стирка в 60. Я тупица! Вот. Низкие обороты, живот. Вот же низкие обороты. Вот они, низкие обороты. А, стирка 60. Очистка. А кнопочка Power не нажимается. Ребят, можно я просто сделаю вот так? Мне что-то подсказывает, что надо сделать вот так. Руками постирай. А вы добавляете тетю Асю в ваше средство? Ну открывайся уже. Хорошо, еще раз. Низкие обороты. Господи, Танюша, где ты когда-то так нужна? Низкие обороты. Стирка в 60. Очистка. Откройся, Сим-Сим. Она не хочет, пацаны. Так, еще раз. Центрифугу включают после стирки же. Так хрен его знает, он мне так написал. Вот, смотри. Он мне пишет, говорит, Бонивур. Пишет Бонивур. Вот. Ты можешь... Низкие обороты. 60 стирка, очистка. Низкие обороты, 60 стирка, очистка. Я так и сделал. Я как тупой робот повторил его инструкцию и ничего, ребята. Отсюда вывод. Скажите маме, пускай она постирает ваши гамаши. Низкие обороты, 60. Давайте так. Давайте начнем с стирки 60. Стирка. Сначала надо постирать. Потом очистка. Ну, типа, постирать, потом почистить белье. А потом включить низкие обороты. Это, по-моему, высушили. Выстирали и высушили. Нет. Хорошо, другая версия. Сначала стираем. Стираем. Потом сушим. Вот логично. Выстирал, высушил, очистил. Хрен там ночевал. А у кого-нибудь есть телефон техподдержки? Что это за марка стиралки? Повер. Ребят, у кого стиралка Повер? Скажите, что с ней сделать? Воду разогнал до скорости звука с порошком. Ставим сначала низкие обороты. Потом стираем. Я сказал низкие обороты. Господи, у меня умная стиральная машина. Ты просто подходишь к ней, называешь фамилию, засовываешь вещи, она тебе все стирает. Она не спрашивает у тебя, на каких оборотах постирать. И теперь очистка. Слушайте, это какая-то машинка Заря, или как там,
как они там называются? У меня была в юности машинка стиральная, похожа была на ведро, в котором крутился пропеллер, как у Карлсона. Правда, одежда часто наматывалась на пропеллер и превращалась просто в половые тряпки после стирки, но стирал исправно. Сливай в конце. Я всегда сливаю в конце, Афанасий. Подождите, ребята. Вы меня не путаете. Что сказал... Что... Как-то странно сливать в начале, правда? А! Все-таки слив, да? Все-таки слив нужно. Но он же... Он же не сказал. Очистка, низкие обороты. Низкие обороты. Очень. Хорошо. Хорошо, вообще без проблем. У нас, друзья, симулятор горничной на goodgame.ru, SK2TV и остальных сайтах. Так, низкие обороты. Стираем. Очищаем. Сливаем. Что означает вот этот вот... Я так чувствую, сейчас весь свой гардероб перестираю. Высокие обороты, низкие обороты, 60 градусов, 30. Замачивание. Тут нет налить воду, тут есть замачивание. Да, смайл действительно забавный. Особенно тот, который ты поставил. Действительно похож на человека, страдающего имбецилией. Легкая форма дебилизма у Смайла, который вот желтенький с странными глазами и улыбкой. Но я сейчас тоже страдаю легкой формой олигофрении. Какой-то такой он, да? Легкая форма? Да не, ну может быть уже с утяжелением. Давайте... Я что-то не нашел. Смотрите, ребят, я не нашел трех полосок на фоне. Три полоски, это что такое? А, лол. Это просто высокие обороты. Лол, 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 лол. Но он сказал на низких фигарить. Итак, еще раз. Низкие. Слив очистка. Если там зерно истины, поменять местами слив и очистку. Хорошая мысль. Стираем. Теперь сливаем. Теперь очищаем. Это логично. Аллилуйя, ребята. Аллилуйя. И наши трусишки снова белые и чистые. Никаких следов от разного рода жизнедеятельности на них не осталось. У меня есть ключ Клеопатры. Ну, с чистыми трусами это только Клеопатрия, правильно, ребята? Как это в машине ничего нет? Алло, там еще чья-то одежонка, давай. Балахон неплохой, прикинемся, чувак. Главное, что точно чистый. Алло, ку-ку. Тимоха, Тимоха. Ты живешь в таких условиях. Ты же... Ладно, бог с тобой, Тимоха. Бог тебе судья. Клеопатра, Клеопатра. Ладно, пойдемте наверх, ребят. А, стоп.
как и мы и планировали, надо сохраниться, надо сейвануться, ребята. Тем более, что сейф-то прямо справа от нас. Где-то там. Где-то там. Где он там у тебя? Давай. Вот сюда вот. Вот, хорошо. С помощью чатика Бонибор не тупит над загадками по несколько часов. Кто-то плачет. Да не, на самом деле, это, ну, как бы я уже близок был допереть до этой идеи, поэтому... Ну, максимум минут 15 еще помучились бы. Кого ты хочешь обмануть? Ну, себя, естественно. Очевидно же себя. Вас-то не обманешь. Клеопатра! Киса! Клеопатра! Это, видимо, какой-то люкс местный. Слушайте, мне, честно говоря, не очень нравится этот гей. Посмотрите, ну чушь полная. ДПСа нет вообще. Ладно, попробуем. А может быть, это номера местных куртизанок, легкомысленных, распутных девок. Клеопатра. Он еще так на эту дверь смотрел. А, кстати, он не смотрит на двери, которые не открываются. Вы заметили? Ой, ой, как страшно. Я офигею, ребят. Кий разломался с двух ударов. Просто что это такое? Это, ребят, это просто какое-то издевательство. Это, знаете, это... Да. И, конечно, силен. Ничего не скажешь. Ладно, давайте с топориком на них, что ли, полезем. Конечно, удары у него смотрятся так, как будто он страдает с... страдает каким-то нервным заболеванием. Ну, что это такое? Ну, что это, друзья, в армии бы его точно не взяли. Ну да ладно. Сломан замок. Он явно не мастер ножевого боя, наш друг. Легкая форма ДЦП, когда он с ножом. Может быть, монстры будут умирать от смеха или от жалости. Но мы обязательно как-нибудь победим. Я все равно эти двери на карте помечаю, знаете, а вдруг пригодится. О, Клеопатра, ребята, приготовились. Клеопатра, я здесь. На мне чистые трусы. И на мне, Клеопатра, сегодня чистые труселя. Клеопатры нет, нас кинули. Это подстава. Просто старые журналы. Клеопатра оставила нам патронов. У нас Клеопатра, значит... ОМОНовец, скорее всего. Или, может быть, разведчик Моссада. Клеопатра стреляет из пистолета. Что еще делает Клеопатра? Давайте посмотрим. Что? Клеопатра много читает. Прячет свои вещи в закрытых шкафах. Что еще там у Клеопатры происходит в жизни? Ну, старые журналы любит читануть. Да точно, проститут, в смысле, куртизанка. Посмотрите, какая.
какое ложе любви-то, ёшкин дрын. Ну явно не мужик, да? Хотя, может быть, это 40-летний какой-нибудь офис-менеджер. Ну, старший. Так, Клеопатра любит кровавые жертвоприношения. Норм. Что еще? На кровати у Клеопатры лежит фото. Спасибо, ребята, за столь кратковременное ознакомление. Мне бы как-то поподробнее все-таки. Укус змеи. Значит, запомнили одного. Один башку себе снес из ружья. Это вот Клеопатра. Жаль. Симпотная была девка. Ну что уж тут сделать, раз Клеопатру укусила змея. Ничего не попишешь. Все, мы тупо нашли фотографию укус змеи. Ёлопало, люди, вы издеваетесь? Что? Как? Зачем? Мы ключ добывали. Добывали ключ от номера. В муках. В борьбе со стиральной машиной. Только для того, чтобы найти фотографию укушенной змеи девки. Укушенной змеей девки. Окей, сценаристы, вам привет. Я не могу зайти в дверь, ребята. Это невозможно. Это просто забейте. Что, кровать? А зачем кровать обозначать было? Что? Я чего-то не понимаю. Окей, ладно, ребят, мы спускаемся в совершенно новой локации, по всей видимости. Но мы спускаемся. Совершенно новой. В абсолютно неведомой доселе локации мы оказались. Так, ну, здорово, ребята. Все это, конечно, просто прекрасно. Что дальше? Что нам в тиски-то зажать? Бар закрыт. И идти нам совершенно некуда, ребята. Совершенно нам некуда идти. Так, Клеопатра, что ты хочешь, чтобы я сделал? Нет, я не верю, что в этом номере мы просто потому, что... Просто потому, что нам нужно было найти там эту карточку. Упоротую. Я просто не верю в это. Клео, ты слышишь? Я не верю в это. Ой, кажется, перелет получился легкий. Клёпа, клёпонька, давай еще раз. Что? Старые журналы. Клёпа, не шути со мной, я нервный водитель. Что, ванна? Что? Ну, ванна. Ребят, тут нельзя никуда идти. Ржет, по всей видимости, Клеопатра ублажает очередного клиента, но... Что ж. Как клево, конечно, нажимать на «да», не прочитав. Вот так вот мы и договоры подписываем, ребята. Так, и где мы? Ребята, привет! Ах, вы ж... Лиза. Лиза! Эх, ты ж лживая сучка. Ты всегда появляешься там, где совершенно не ждут. Мистер Грейди. Может, тебе пора уехать уже? Я не могу уехать. А ты постарайся. Я один чувствую себя так, как будто меня поймали только что, ребят. Окей. А чё она к нам приставала? Объясните, вот, ну, какая логика у женщины?
энергетический напиток у нас есть. Какой-то белый порошок. Я стараюсь держаться подальше от таких вещей. Да это мука, не парься. Чувак, у нас стрим уже после 12 идет, нормально. Уже можно и не держаться подальше от таких вещей. Так, следы, значит, у нас... следы горячей близости нашей недоподруги с каким-то... Ну, в общем, мы поняли, с кем. Доктор Кауфман, скотина. Срубил он нашу елочку под самый корешок. До сих пор бегает вокруг города в поисках привидений. Тем не менее, он не замечает основных вещей. Я подожду тебя здесь. Закончи свое дело и присоединись ко мне. Время пришло. Флаурас разбит, пущен по ветру. И ее дух до сих пор похоронен в глубине спящего разума. В этот раз ритуал пройдет успешно. Далее. Это вот она о нас, кстати, по поводу бегает вокруг города в поисках привидений. Тем не менее, не замечает основных вещей. Так. Это вот уже интересно. Мы приближаемся к ритуалу, ребята. Ритуал все ближе и ближе. Но как он связан с нами? Как он связан с нашей сумасшедшей мамой и не менее упоротым папой? Пока не ясно, ребята. Пока не ясно. Ясно одно, у меня нет карты этого места. У меня есть карта этого места. У нас есть зеркало. У нас нет выхода из этой комнаты. Зато у нас есть зеркало. Что, ребята? Пора в зазеркалье. Ну и где оно? Вот же оно. Давай. Чувак. Ты же подошел вплотную к нему. Или это не оно? Тьфу, твою мать. Где-то здесь. Где-то здесь было зеркало. Зеркало. Налево? Так я прочитал записку, Матис. Или там еще одна записка. Я больше не видел никаких записок. Что за хрень? Какую записку? Я только видел вот белый порошок, но я... Не имею к этому никакого отношения, мне подбросили. Записку же я прочитал. Лол. Так, ты не сначала ее прочитал. Так она и не сначала написана, ребята. По крайней мере, у меня она началась именно с этих строк. Что за хрень? Что за хрень? Что это за... Почему? Кауфман, мы почти готовы, но нам нужно торопиться. Я чувствую, как она слабеет. Я переживаю о том, что она притягивает силу во мне. Я оставлю ее позади, спрячу ее в темноте. Это будет безопасно. Не думаешь, Грейди вернется сюда? Еще он трусливый маленький говнюк в кепке. Он до сих пор бегает вокруг города в поисках привидений. Тем не менее, он не замечает основных вещей. Бла-бла-бла, Флаурас расвел. Кстати. Ну, давайте выпьем. Давайте выпьем пузырек. Ничего не меняется. Я не понимаю, что происходит, но ничего не меняется. В нас что-то... Что-то в нас... Щелкнуло, и мы больше не умираем, ребят. У нас полоска ХП застыла на одном и том же значении. Это лол. Где зеркало? Как отсюда выйти? И что, мать его, происходит? Есть выход из этой комнаты, и по всей видимости здесь нас ждет встреча с прекрасным. Ладно,
Что у нас там в руках? Топорик. Ты дурак? Я не совсем понимаю, что делал наш герой, но бог с ним. Итак, нас очередной раз ударили. То ли нам микстура не помогает, то ли я ничего не понимаю. Окей, мы по-прежнему ничего не пьем. Потому что микстура ничего не меняет. То есть я не выздоравливаю. Так, ну что, очередной продукт пластической хирургии Таиланда остался лежать на полу. Это радует. Что это? Фотка. Передозировка. Это рожу я узнаю на любой фотографии. Хорошо, передозировка. Куку змеи. Что дальше? Секс, наркотики, разврат. Так, двери здесь. Ох, ребята, совсем мне не хочется выходить за эту дверь. Но, по всей видимости, придется. Окей, пробежимся быстро по кругу. Давайте побежим. Пойдем слева. Господи, ну да, я узнаю старый добрый Silent Hill. Вот он, обращенный городишко. Все очень... О! Это сердце у нас стучит, между прочим, ребят. Заработало! Вы не поверите, ребята, оно заработало. Это радует. Так, где мы? Угу. Ну, бар, естественно, тоже закрыт. Там даже двери нет. Черт. Нет, рано. А куда мы вообще зашли? А, нормально. Че рано-то? Давайте зазырим. Что тут у нас? Сохранялка должна быть, по крайней мере. Господи, ну и напустила же она упырей в городишко, а? Нечисти. Вау! Что это я взял такое? Что это я такое взял? Это какое-то мега-оружие, по-моему. Нет, это какой-то предмет, ребят. Так. Да, это старинный украшенный кинжал. Работы древней, цены немалой. Класс. Так, мясной крюк снова заблестел в наших руках. Дверь не открывается, идем назад. Ох, я чувствую, босс близко. Ох, босс близко. Да, босс, ты же близко? Давайте еще пробежимся по номерам здесь. Фастом. Ну, вот этот отель, конечно, больше напоминает отели в средней полосе России. Такие, знаете, стандартные. All exclusive. Что, ну да. Кувалда. О, господи, удивил ты меня как. Нашел кувалду и рад. Но зато обычно на такие отели уходит где-то 3 городских бюджета, как правило. И что? И ничего. Просто очередной кровавленный толчок в нашей жизни.
Я в этой игре перевидал так много окровавленных толчков, ребята, что мне кажется, что я служу хирургом где-то в травматологическом отделении какой-то поликлиники. Ну да ладно. До скольки стримлю? До первой крови. Либо у вас, либо у меня. О, патроны. Господи, патронов полный арсенал. Я как бегаю, как дурак. И хит-н-раню там с крюками. Ну вот. Чистое же озорство с моей стороны. Это бравада никчемная, я не знаю зачем. Гусарство, черт возьми. Эта бесшабашность может нас привести к чему-нибудь очень-очень неприятному. Так, аптечек нет. По-моему, все. Да. Ок. Ну, только на лестницу, ребят. А не, бассейн есть. Кстати, ребята, а как в него зайти? Басик-то есть. Ёшкин матрёшки. Давай, спускайся, чел. Давай. А, ты просто можешь по ступенькам там сбежать. Вот мы и забрали эту хреновину из бассейна. Что тоже не может не радовать. Устал? Ну передохни, передохни. Так. Украшенное сердце. Украшенное сердце, ребята. Ну все. Мы готовы к 8 марта, а вы? Это вот лестница для... Я не знаю, для кого ступеньки прям в стену вмонтированы. Это лестница тролль. Ой, как это получилось? Чувствую, что нам снова в номер с Клеопатрой. А в номере будет Клеопатра. В этот раз в несколько... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай, чувак. Ладно, не важно. Можешь топать сколько угодно. Так. Это, по-моему, тот самый номер Клеопатра. Не важно. Кстати, нет. Кстати, нет. Кстати, не Клеопатра. Ну что, строй вариант неплохой, номер мне нравится. Что? И тут ничего нет, как обычно. Ни черта. Просто хрен. И все. Ну давай, давай, иди сюда. Ладно, не важно. Можешь дальше тусить где угодно. Ты. Страхолюдина, ты где? Учти, я намерен зайти в номер с Клеопатрой. Мне плевать, что ты об этом думаешь. Спокойно. Что такое? Тихо. Да ладно. Да я ж нажал. Ну, скотина. Как обычно, ребята. Как обычно. Короче, наверное, хватит играть в Рэмбо. Серьезно, нужно брать волыну. Нужно, ребята, брать огнестрел, потому что это добром. Это, ребята, добром не закончится. Останемся будем вообще без аптечек.
Ух ты, господи, боже ты мой, вы видели? Что творится? Кстати, а вот аптечка. Кстати, а вот и аптечка, чувак, я сказал. Что, все, да? Окей, хорошо. Аптечка есть, и слава богу. Правда, волына не всегда спасает, ребята, потому что время от времени тварь успевает подойти к тебе быстрее, чем ты стреляешь. Я не знаю, правда, как это получается, но это получается как-то. А, это просто номер без дверей. Кстати, может быть, там аптечка есть? Нет. Что, куда? Куда ты смотришь, друг? Ты же явно на что-то смотрел. Или ты просто перед собой? По старой доброй своей дальнобойщицкой привычке. Что? 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 Просто ничего. Очередной пустой номер. Привет, создатели игры. Окей, хорошо. Так, там опять какая-то чупака проходит в темноте. Но я думаю... О! Клеопатра, ребята! Ну посмотри же ты перед собой, дурында! Ну, где ты? Да какого? Мать твою! Какого хрена? Она... Ну, вы поняли, да? Пистолет нас не очень спасает. Ой, как он нас не спасает. Ой, как он нас сильно не спасает. Да, история-то печальная. Здесь находится узкая щель прорезанная. Ну ясно. Ну ясно, ясно, ясно. Ну ясно, все. Где-то там клёпа. А, клёпа закрыта. Угу. Клёпа закрыта. Лестница вниз. Так, хорошо, что там за узкая щель? Что мы в нее можем вставить? Наверняка фотокарточку. Инфа 100%. Вот она, узкая щель. Что у нас там есть? Что мы можем вставить в узкую щель? Прошу пошлых развратных вариантов не предлагать. Нет, без проблем. Да, уверен, конечно. Так. Дайте аптечку, потому что патроны ни хрена меня не спасают. Уж лучше я буду ходить с мясным крюком и аптечками. И овер 9000 аптечек. Пожалуйста. Пожалуйста. Так, очередная фотка обдолбанного, обдрыганного и причина смерти насечка. Такой причине смерти я еще никогда не слышал. Окей. Насечка так насечка. Выпиленные граждане самыми разнообразными способами. Это, что может быть приятнее? Убил насечкой. Нормально. Это, видимо, был кольчик 700-го левела. Так.
Магичку бы сейчас. Опа, дыра. На полу находится огромная дыра, которая открывает ход комнаты этажом ниже. Нет, ребята! Нет! Потому что это демократия, у меня есть выбор. Я не хочу в дыру. Я хочу пойти дальше. Дальше пойти некуда. Я хочу в дыру. Блин, не сдохнуть бы, а? ХП у нас вообще нет. Где мы хоть вообще, ребят? Мы в королевских покоях. Ух ты, как все тут у вас сложно-то, а? Вы поняли, да? Мы в разных комнатах этого узкого коридорчика. В стене пробита огромная... Нет, ребята, я туда не пойду. Вот! Вот это хорошо. Это вот отлично. Мы все еще ищем... Я все еще ищу привидения и не замечаю главного. Говорит нам госпожа Гелеспи. Точнее, даже не нам, а доктору Кауфману. О чем бы это она? Как интересненько. А давайте-ка назад вернемся. Давайте-ка вернемся назад. Я по-прежнему могу заглядывать? Слишком темно, чтобы увидеть что-то. Окей. Дверь! О мой бог. Ну ладно, давайте все-таки назад еще разочек пробежимся, потому что там наверняка аптечка еще. Или патроны. Или огнетушитель. Или еще какая-нибудь неведомая хрень. Давай, ну конечно. Очередной выпиленный гражданин. Этот врезал дуба от чего? Причина разбитое сердце. Только фотки нет. Так это же мы, ребята. Это же мы. Ведь эта несчастная любовь нас кинула. Распутная Лиза. Да и с кем причем? С каким-то вшивым ординатором. И сердце наше дальнобойщицкое, ребята, истекает кровью. Томится в печали. Лизка, Лизка, на кого что нас... Какую-то хрень опять нашел. На кого что нас променяло? Да, нет. Это всего лишь записка. Я думал, это аптечка. А читать, может, будем? Нет, друг? Не, я понимаю, тебя мало что в жизни интересует, но все-таки. Привидение. Это нам, походу, ребят. Привидению. Теперь уже нет никаких надежд. Не так ли? Мы оба знаем, что это создание. Все Даргрув, это не ты. Ты умерла в день покушения на собственного ребенка. Когда я принес подарок, а ты раздавила его, я окончательно сдался. Мерзкая неблагодарная скотина. Ведь я лепил эту открытку 4 часа. 5 тюбиков момента угрохал. Я мечтал все эти годы обманывать, что однажды ты поправишься. Моя Хелен умерла. А ты, скотина, поправилась на 50 килограммов. Я пытаюсь... Так всегда бывает, ребята. Знаете, проживешь женщина 30 лет, и вот моя Хелен умерла, а ты, неведомая тварь на кухне, огромная, жирная, с сальными волосами и грубым голосом, которая требует от меня деньги. Ты вампир, ты сосешь из меня деньги. А моя Хелен, моя красотка, она умерла. Стандартная история, в общем, ребят. Никакой мистики на самом деле здесь нет. Я пытаюсь вспомнить прошлые времена. Все те годы, когда мы были женаты, я уже забыл все это. Я устал. Я знаю, что Трэвис справится сам. Я хочу снова повидать тебя, Хелен. Всегда твой Ричард. И кажется, Ричард сейчас от разбитого сердца, собственно, тоже почит в базе. Ладно, окей. Лё-папа, мне кажется, будет висеть на веревке. Ну и в альтернативном мире, ужасном мире Сайлент Хилла. Короче, я понял. Это наша
девчоночка наша, Алеса, она ведь, ну вы помните, да, что по легенде Silent Hill как бы пробуждает в человеке все худшие кошмары и материализует все самые сокровенные страхи. Мне кажется, что как раз именно вот этот вот ритуал, который сейчас проводит Дарья Гиллеспи с доктором 7 сантиметров, назовем его так, он как раз материализовал этот самый ужасный мир Silent Hill'а, и, видите, даже не Гарри Мейсон, а именно дальнобойщик Тревор стал первой жертвой этого ужасного события. Так что вот такие вот дела, ребята, происходят на нашем райончике. Выходи. Никого. Помните та дверь, которая была... Ну вы поняли, да? А что нам теперь-то делать? Нет, мы, конечно, можем... Да нет, кого я обманываю? Кстати, а где сердечко? Да. И что дальше, непонятно. И кинжал у нас исчез, который мы могли перепилить всю эту хрень. Ну, допустим, если мы зайдем в эту комнату, пойдем через зеркало, то попадем мы, ну, просто вот сюда. И что? Попадем мы сюда. Тиски сердечка. Может быть, тиски сердечка как-то связать. Потому что пока непонятно. Вот здесь-то вводить нечего. Дат никаких у нас как не было, так и нет. А вот с тисками и сердечком можно замутить. Это, ой, да, сердце в тиске. Оно же разбито, раздавлено, расплющено. Да, ребята. Я не смотрел в чатик. Честно-честно. Я все сам догадался. Честно-честно. Честная пионерская. Это я все сам придумал. Такую классную идею. А вот потом я уже читаю про разбить сердце. Намек понял. Да понял же. Пойдемте. Хорошо, что в тиски зажмем мы именно сердце, а не что-нибудь еще. То было бы крайне неприятно. Так, здесь, конечно же, трется огромное количество всякой невообразимой нечисти. Сохранялка ближайшая у нас. Ну, можно как бы, ну... никак нельзя. Нет, можно. Вот так. Вот так и сюда. Ну, нафиг надо. Лучше побежим просто сразу направо. Ой, лучше сразу налево. Ой, как же тебя убить? Ну иди сюда, иди. Один удар, и куда ты смотришь, дурында? Беги, просто беги. Так, сердце в тиске. Там же календарь висел. А там была дата 12, и все. Просто цифра 12, но... Это как бы не очень понятная подсказка. То есть у нас там календарь с огромным количеством цифр. А у нас там только 12 написано, и все. Там нужно ввести полную дату рождения человека. Так, ну что, сердце в тиски. Это какой-то новый хит Димы Билана. Сердце в тисках. Моя душа. Возьми гаечный ключ. А где тиски-то? А, вот они. Давай, чувак. Моя душа горит в тисках любви. Как-то так. Поехали. Я открыл драгоценное сердце, там ничего не оказалось. Класс. Кольцо там оказалось, дурында.
У меня есть обручальное кольцо. Кажется, на кольце что-то выгравировано. И я даже знаю, что. Ребята, капитан подсказывает, что там... Куда я смотрю? Зачем я смотрю в колонку? Вот же вебка. Что там дата. Там дата, ребята. Моя невеста Джун, вечной любви Ричард. Слону предложение. Окей. Ричард. Супер, теперь что? Ребят, нужно пораскинуть мозгами, ведь у нас есть мозги, мы можем ими раскидывать. Бери коробку. Мы можем ими раскидывать. Давайте подумаем вместе, все вместе. Значит, кольцо. Это явно не сюда. В стиралке мы уже все нашли. Тихо, я не смотрю в чат. Я в чат не смотрю. Окей. Менеджер ресепшн. Сохранялка. Так, куда мы можем засунуть это кольцо? Стоп, ванная. Ванная, кровать, кольцо, Клеопатра. 12. Кольцо. Ванная. Клеопатра, кровать. Что мы же не будем дарить какой-то легкомысленной, развратной куртизанке кольцо. Клеопатра, кровать. Но это пока единственное, что здесь есть на карте. Клеопатра, кровать. Все, у меня как бы нет других вариантов. Ну вот. Клеопатра, кровать. Так себе идейка. Давайте посмотрим, как добраться до Клеопатры. Где мы? Мы внизу. Мы здесь. Мы сейчас идем. Можем, кстати, сразу через потусторонний мир. Тихо. Через потусторонний мир зайти в комнату, выйти отсюда. Подняться по лестнице. И положить кольцо на кровать. Что? Положить кольцо на... Я не знаю. А можем пойти другим путем? Стоп. Стоп. Неро. В этом мире Клеопатра. Тут Неро. Смотрите, ребята. Тут Неро. Там Клеопатра. Куда идем? Две кровати. В Неро чпокались Лиза и доктор Кауфман. Так, ладно. Нам в любом случае наверх.
Я просто к тому, что мы можем через потустороннюю реальность пойти, а можем вот так вот в обход, в обход, в обход, в обход. Вот так, через хрен знает что, вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. И вот так на второй этаж. Ладно. Джун, это июнь, если что? А что, что Джун? Что, не понял. Что Джун? А что Джун? Теперь же нет никаких... Все это твой Ричард. Что Джун? Какой Джун? А где вы? Где вы увидели Джун? Я давно уже играю, я уже плохо соображаю. Какой Джун? Джун? Причина смерти — разбитое сердце. Мужик с урной для голосования. Что? Какой? А, кольцо же. Кольцо же. Да ладно. Что, серьезно? Моей невесте Джун. Вечная любви, Ричард. И что? У нас года нет. Ну, допустим. Допустим, 12 июня. Допустим, 12 июня. Что дальше? А год какой? А год какой? 12 июня, а год какой? Да, это понятно, да. А год какой? Год. Год четвертак. Господи, ребят, да мы бы до конца жизни бы... Что? Год четвертак? Четвертак? 2014. Ладно, хорошо. То есть нам нужно топать сейчас помимо этой твари. И пошел, пошел, пошел прямо направо. И уходим. Ладно, с годом я сам догадаюсь, ребята. Я буду задрачивать, пока не допру, какой год. Ой, дядя, дядя, дядя или тетя, я не знаю, кто-то. Только не бей, только не бей. Не бей мальчика. Твою мать. Я допру, какой год. Джун. Господи. Окей. Ладно, пускай будет так. Тогда бы оставили уже английскую. Ну, неважно. Джун — это июнь. Блин, как можно было до этого допереть, я не знаю. Если я уже как-то... Ну, русский... русскую диалектику-то принял. Так, не сходят у нас упоротые. Куда нам? Прям вот наискосок и попер. Направо и попер, и попер. Здесь много ребят. Давайте не будем с ними общаться. Они плохие. Они плохие. Чувак, ты устал. Чувак, ты устал очень не вовремя. Ей-богу, правда, честно. Просто, просто... Просто зайди в дверь. Так, нет, я догадаюсь сам. Я догадаюсь сам. Год. Год. Клеопатра, год. Клеопатра, год. Клеопатра, год. Год Клеопатра. Рыба. Манфс, кстати, июнь, это шестой. Дэй, двенадцатая. А так и оставим. Нет, слушайте, ребят, чё паримся-то, господи, чё я парюсь? Простой, простой метод, простой подбор. Тут явно 900, явно. Давай на 4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ноль. Не пошло. Пять. Раз, два, три. Меня так про... Все, ребята! Че париться?
зачем рыться в бумагах, записках? Я решаю все своим методом. Сидеть там, читать. Какой год? Кстати, 1961 год, это вообще... Это четвертак Трэвиса? Че, серьезно? Стоп, стоп, стоп. Серьезно, четвертак? Мой четвертак? Счастливая четверть. У меня была такая, когда я был ребенком, в то время, когда у меня что-то вроде амулетов. Умерли родители. Ну, все понятно, все очевидно. На нем что написано, похоже на 61. 61. То есть эту записку, по всей видимости, реально оставили мне. А Джун — это наша мама. Только непонятно, Ричард папа. Но почему он ее назвал Хелен? Мой мозг. Неважно. Неважно. Моя нюха, скорее всего, да. Давайте кольцо вставим, конечно. Кольцо. Изи. Изи вин. Что-то упало на клавиатуру за мной. Вообще легко. Клавиатура. Ну, давай. Ну. Что-то упало на клавиатуру за мной. Что-то упало на... На какую клавиатуру? Чё? О, ключ от комнаты 500. Кто повесил? Спасибо. Не-не-не, стоп. Что-то упало на клавиатуру, он сказал. Что-то упало на клавиатуру. Ну, типа, ключ от комнаты 500. Что за хрень? Это клавиатура. А! Это клавиатура, пацаны! Слышали? Слышали, упыри из Microsoft? Вот клавиатура! А вот это, доска для ключей! Запомните, ребята! Это доска для ключей! Вешалка для ключей! Клавиатура выглядит на самом деле! Утырки вы! Вот так вот! Клавиатура! Что и почему я играю на вешалке для ключей? Microsoft, поймите совесть, пожалуйста. Сделайте уже мне нормальную клавиатуру, как говорят создатели этой игры. Вообще нет у вас ни стыда, ни совести. Комната 500. Комната 500. Открыто в параллельной реальности. Нам снова в параллельную перпендикулярную реальность. Я так понимаю, в комнату 503. Попадаем. Выходим. Заходим. То есть мы, кстати, давненько не сохранялись. Я предлагаю это сделать прямо сейчас. Потому что мы не знаем, что нас ждет в комнате 500. Ты не буянь, то сейчас обновление на винду пришлют. Все, парни, я спокоен. Я успокоился, все нормально. Я готов играть на доске для ключей. Хорошо. Так, ну что, ребят, номер 500. Мы уже приближаемся к разгадке. Очень близко к ней. Сейчас мы топаем в номер 500, и нас ожидает, наконец, нас ожидает развязка. Финишная прямая. Кажется, сюда? Ай, черт, автобиографический кретинизм. Ай! А, направо. Вот сюда. Что? Серьезно, сюда? Куда сюда? Не сюда же. Вот сюда. Итак, еще раз. Налево. Налево. До конца. И потом через весь двор в приятной компании. Там у них свадьба, гулянка. Эй-эй! Льются песни, льются вина.
Шане вмерла Украина. А у нас гуляночка. Я специально, друзья, держу здесь в этом отеле живой уголок и не убиваю этих ребят. Ну, потому что как-то обидно и как-то, знаете, одиноко здесь двигаться одному. Как-то, знаете, тоскливо. А так, все-таки живой уголок. Веселые ребята. Устал. Мой хиро устал. Давай, чувак, ты справишься. Пошел. Цок-цобе. Ой, твою мать! Ой, их два! Почему у вас двое? Ребята, такого не было. Карта. Сейчас, прям вот сейчас направо. Неплохо. Так, знаете, взбодрило. Окей. Игра бесконечная? Да, по всей видимости, да. Нет, сейчас вот мы в зазеркале, чувак, и мы уже близко к развязке. Уже совсем скоро. Она не такая бесконечная, как достижение мною уровня Challenger в Лоле. Она закончится, поверь. А вот уровень Challenger в Лоле я буду достигать вечно. Поэтому еще что? Знаешь, все относительно. Что это за хрень? Что? Ничего. Что? Хрень. 20 минут осталось. Но я тоже ощущаю уже, что 20 минут. Прям вот всей душой. Ой. Ой, это я. Ой, я иду к маме. Или к папе, я не знаю. Ой. Daddy? Папаня. Короче, ребята, я знаю, что мы сделаем в первую очередь. В первую очередь мы сделаем вот так. У нас есть спаситель, ребята. Мы его перезарядим. И возьмем. Вот со спасителем я как-то пободрел, повеселел. И готов отправляться к папане. Папаня, это, видимо, последний родственник, с которым мы будем сражаться в этой игре. Но вперед. А, нет. О! Это хорошая новость. Нет, отмена. А, поздно. Сохранено, да. Ну что, друзья. Final Махач. Главное, чтобы патроны на спаситель не кончились. Очень напоминает нам этот спуск в первом Silent Hill. Тоже мы то очень долго куда-то спускались. И вот, наконец. А вот и батя висит. Daddy. Батя! I won the game. Где это неудобное пузо у тебя? Still got a quarter left. Батя, у меня четверточок есть. You want the quarter? Спустись. Возьми. Daddy. Батяня, wake up. А че ты такой неживой? Please, Daddy. Пап. I'm not sleeping. Я не сплю, сынок. Daddy. Че, я сейчас обосрался, если честно. Я знал, что я не сплю. Why did you stand Почему there ты стоял там so так долго? It wasn't right. Это неправильно стоять Please, так долго, Daddy. Когда папа стоит в туалете. It wasn't healthy. Неправильно, сынок, подглядывать за папой в ванной. Daddy, this is insane. Отстань. Time you Мне пора узнать, up что произошло, сынок. Your mother с мамой. And I увидим тебя уже we'll на see you in heaven, son. Папу-то вштырило, да? Ребят, я сейчас вернусь. Мне надо собраться с духом. Секундочку.
Сзади, тварь! Ой! Ой-о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 й! Подвесили меня, подвесили! Ничего страшного! Подумаешь, всего лишь! Так, а сколько в тебя нужно всадить, а? Сколько в тебя нужно всадить? Окей, перезарядочка пошла. 6 патронов. Пошла аптечка. Нет, нет, аптечка не пошла. Мы не сын. Четыре. Пять. Шесть. Так, пошла аптечка. Аптечка пошла. Пошла перезарядочка. Как спаситель-то неплохо работает. Один патрон остался на спаситель. А что вы скажете о калашике? А, воу-воу-воу-воу-воу, ты еще жив? Понял. Окей, кстати, очень больно бьется скотина. Перезарядочка. Да ты чё, ты... Подожди, какого хрена? Я же брал винтовку. Да какого хрена? Охотничья винтовка, перезарядка. Меня игра троллит, ребят. Меня игра решила тролльнуть. Просто явно решила меня тролльнуть. Почему охотничья винтовка... Я убиваю чертей из любого оружия. Главное, чтобы на патронах, на верхушечке пули, был нарисован маленький крестик. У меня есть отрывок правды. Теперь тогда. Как это возможно? Что за чертовщина здесь творится? Батяня, как ты мог повеситься? Ты же трусливая скотина. Батяня, почему ты это делаешь? Выходи, кто бы ты ни был! У меня есть то, что принадлежит тебе, не правда ли? Ой. Happy. Ну че, довольна? Ты вытащил эту хрень из моего сознания, когда мы знаем, что сейчас скрывается в твоем безумном мире. Девочка, ну прекращай уже, ей-богу. Я уже убил всех своих родителей. Давай уже! This isn't right. Это какая-то хрень. О, я по всей видимости в аптеке, ребята. Ну сразу слопаем аптеченьку. То нам очень плохо. Слушайте, друзья. А аптечки-то нет. Да нет, вру, конечно, вот она. Ага. Так. Непонятно, что еще от нас хочет эта девочка. Я, ей-богу, уже перебил всю свою семью. Что, неужели сейчас за дедушку придется взяться? Ну, пускай так, пускай будет отвертка. Хорошо. Хорошо, пускай будет отвертка. Хорошо, я... Давайте посмотрим, что здесь. Ничего. Дверь. Я снова в больнице, ребят. Я снова... Что-то это не похоже на больницу. Это похоже на какое-то... Какое-то заброшенное здание. И какая-то скотина все время играет на пианине. Совсем скоро я узнаю, какая скотина. Ребят, это то место, где ее держат. Ребят. Она пианино играет, знаете кто? Догадайтесь. С трех попыток. Наша шаловливая подружка Лиза.
О, Маффин. Кассио. Давай. Бери Маффин. Маффин, бери, нет. Как хочешь. Да блин. Это сосед, ты думаешь, да? О, Маффин. А, это уже было. Так. Окей. Окей. USA. Печь недавно использовали. Это она испачкана сажей и кровью. Да мы в крематории, друзья. Добро пожаловать. Что, ну и что ты смотришь? Куда ты смотришь? Нет, он явно смотрит на печь. Явно смотрит на печь. Вон знак Самаэля, который помогает удерживать зло. Вот ампула. Ампула — это хорошо, ребят. Ампула моментально даже из мертвых нас воскрешает, я бы сказал. Ампула — это гуд, конечно. Это гуд. И очередной знак. Если предыдущий был знак правды, то это, по всей видимости, знак кривды. Отрывок из настоящего. Из настоящего. О, Кэрри последнюю загогулину отыскал. Оу! Да ладно! Вы чё, ребят? Вы серьезно? Вы издеваетесь? О май гад. О май гад. С моим топографическим кретинизмом. Ну давайте просто. Просто. На пофигу вообще. Просто на пофигу. Что это за хрень? Господи. Сейчас работает, пацаны. Прикиньте, сработает. Вот я буду ржать. Все, класс! Ну, кубик Рубика же, нет? Не? Не? Господи. Как это разобрать все обратно? Ладно, а теперь давайте думать. А теперь давайте думать, пацаны. Так, в чатик я не смотрю нарочно. Значит, во-первых, ветка Дагон Рябина — это просто детская присказка по сравнению с тем, что нас ждет сейчас. Но я вижу два одинаковых значка, например, у этой и у этой. Так, можно ли ее как-то вертеть? Ага, то есть, понял, мы можем посмотреть, что здесь, можем посмотреть, что здесь, можем посмотреть, что здесь. Я так понимаю, должны быть какие-то смежные линии. Кружочек, собачка, нет, давайте дальше. Так, кружочек, нет, давайте еще. Собачка, каракатица. Мы ищем для крайней левой, ребят. Мы ищем для крайней левой пас. Пас для крайней левой. Собачка, каракатица, хрень. Тут такого нет. Тут есть собачка. Господи, что... Так нет, это явная чушь, что мы сейчас вставили вообще. Даже забейте, даже. Так, стоп, а давайте попробуем в каждый раз вставлять и смотреть, что. Ой, назад. Что получается? Ну явная хрень. Ну явная. Правый shift. Еще раз ее же. Смотрим. Ну, явная хрень.
Правый shift третий раз. Ее же. Ухрень. И правый shift четвертый раз. Ее же. Хрень, ребята. Окей. Ладно. Давайте, сторона. Давайте как-то обозначим. Это гусеница. Это... На что это похоже? Господи, пружина. Гусеница, пружина. О боже, Call of Cthulhu. Я думал, что ты навсегда исчез в моей жизни. Тихо, нет, ребят, нет. Давайте я сам. Я сам. А гусеница, пружина, кружочек. Есть у нас где-нибудь гусеница, пружина и кружочек? Пружина, гусеницы нет, кружочек есть. Пружина, кружочек, нет. Дальше смотрим. Вообще нет ни одного такого символа. Кружочек, гусеница, нет. Смотрим дальше. Вот такая хрень, такая хрень. Значит, это кто? Это будет таракан. Это жук. Жук, гусеница, кружочек. А походу ни одна из сторон не совпадет, ребят. Такое ощущение, что должны совпадать только... Стоп. Давайте внимательно присмотримся к этому тетраэдру. Или что это? Квадраэдр. 100 миллионов сторонайдер. Давайте пускай совпадут хотя бы две стороны. Это жук и гусеница. Жук есть. Это нет. Еще раз. Жук. О! О! Вот, на второй совпало. На второй совпало. Чик. А-а-а! О! А, это не такой жук. Это не такой жук. Твою мать! Там другой жук. Жук и такая хрень. Там с одной... Тут еще с лапками. Вот такой нужен, как здесь. Все, понял. Сейчас. Тык. 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 Во! Вот сейчас все будет, ребята. Это тоже без ножек? Алло! Эти не совпадают. Тык. Ну, здесь хотя бы жуки совпадают. Бог с ним. Давай так. Давайте оставим так. Бог с ним. Пускай. Пускай так. Пускай. Они хотя бы похожи. Хорошо. Двигаем дальше. Жук и пружина. И кружочек. Жук, пружина, кружочек. Тихо, пацаны. Я не смотрю в чат. Я не смотрю в чат. Жук, пружина. Жук, пружина есть. А есть пружина и кружочек есть. Ну, допустим, давайте пружину и кружочек. Вертим. Нет. Вот это, кажется, хрень. Вот это, кажется, хрень. Вот это, кажется, хрень. Алло! Там палочка была. А, мы должны собрать вот так, чтобы все на одной стороне было три твари, что ли? Вот так, что ли? Лол. Лол. Да вы с ума сошли? Так, мы должны собрать, чтобы на одной стороне было три. Или четыре даже. Даже четыре, чтобы было. Наверное, нет. Наверное, я в чем-то ошибся. Ну вот, смотрите. Вот, смотрите, на одной стороне 4. Клево же, да? Нет, сейчас, ребят. Я хотя бы понял...
Нам нужно сделать так. Это как бы кубик Рубика. Это чертов кубик Рубик. Чтоб везде оказались такие жуки, да? А тут везде оказались такие хрени. А тут везде оказались... Угу. Я в шоке. Разбираемся. Разбираем. Ничего не было. Собрались. Не смей смотреть сюда. Я даже чатик закрою, ребята. Я даже чатик закрою. Я даже закрою чатик. Логично, чтобы, наверное, собрать нужно так, чтобы каждая сторона была с одинаковым животным. С одинаковым знаком, символом. Как это сделать? Как это сделать? Как это сделать? Нужно сделать так, чтобы, ну, все три символа совпали. Но они все не совпадут никак. У меня нет таких этих хреней. У меня таких хреней нет, чтобы они все совпали. Логично? Логично. Вот, например... Здесь у меня. Давайте берем самую левую эту хрень, вертящуюся часть, вертящийся фрагмент, и подбираем сторону, чтобы совпадали хотя бы два из трех. Это жук, кружочек. Нет. Жук, кружочек. Вот жук и кружочек. Жук, кружочек и каракатица. Но вот как бы совпадают жук и кружочек. Вот вставляем. И делаем так, поворачиваем, чтобы совпали жук и кружочек. Вот жук и кружочек совпали. Но эта хрень не совпала. Но мне кажется, это я как-то неправильно думаю. Ну, допустим. Блин, и мы не знаем, как это должно выглядеть. Мы не знаем, как это должно выглядеть в принципе. Так, жук, кружочек. И здесь жук и кружочек. Жук, кружочек, каракатица. Жук, кружочек, каракатица. Кстати, она прям вот подходит под эту штучку. Смотрите, ребята. Прям идеально вошло. Смотрите. Во! Жуки к жукам, кружочки к кружочкам, каракатица к каракатицам. Лол. Все, эту сторону не трогаем. Лол. Нет, можно. Можно, ребята. Так, что здесь? Кружочек. Это есть. Палочка есть. Жук нету. Не подходит. Кружочек есть. Какая-то есть. Кружочек, эта хрень и палочка. Да, подходит. Правую сюда, в этот пазл. Вертим. Совпало. Теперь одну не совпавшую мы вынимаем. Эта хрень вынимается. Вставляется вот эта хрень. И вертится. Вот жук. Вот. Палочка. Чертов кубик Рубика. А, кружочек. Кружочка нет. Вынимаем. Блин. Блин, он не совпадет, ребят. Лол, он не совпадет. Просто не совпадет. Если мы делаем тут... Везде кружочки. Здесь жуки. И у нас не хватает только, ну, короче, да, обидно. Мы почти собрали эту хрень. О! Мы собрали! Мы собрали! О! О! Я сам в шоке, пацаны.
Опять ты здесь, маленькая козюля. Wait. Девочка, стой, дядя тебе конфетку даст. Ребята, мы, кажется, собрали... Пофигу. Сохранялка. Потому что второй раз я эту хрень никогда не соберу. Так. Блин, у нас нет карты этой местности. Лол. Я не могу идти без карты, ребята. Ребята, я должен найти карту. Карта. Здесь опять одна дверь, что ли? Нет, тут две двери. Тут две двери, черт. А, тут Маффан, Маффан. Оттуда я пришел. Со стороны Маффана я пришел. Точно, точно, точно. Здесь лежал. Вот, карта, 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 карта. Карточка, картулечка, картянский. Ну это же карта. Чувак, там карта явно висит. Баран в кепке, посмотри, там карта висит. Я не могу ходить без карты. Давай, напряги извилины. Так, тут всего одна дверь, чувак. А, Бонни, Бонни, успокойся. Тут всего одна дверь. Одна. Она одна. Вот она. Вот эта дверь. Давай. Зашли в дверь. Зашли в дверь. Так, здесь очевидно тупик. Замок не открывается. Двери, карты нет. Карты нет. В эту дверь я зашел. Ну все, ребят, давайте соберемся, потому что я сейчас серьезно буду путаться. Вот прям нужно какие-то чем-то засалено, чем-то замалено. Я сейчас реально могу пойти назад и все такое. Эта дверь вообще не открывается. Идем дальше. Спокойно. Эту дверь вообще вынесли, ребята. И не одну. Так, дверь справа, дверь слева. Сначала справа. Слева. Еще две двери. Так, проверим ту. Проверим ту, которая... Спасибо, господи. Спасибо, что вариативности ноль. Так. Сохранялку дадите? Сохранялочку. Сохранюнянскую. А, я же с отверткой, да. Я же с отверткой, с отверткой. Я просто увидел, что у моего героя ничего в руках нет. Но это же отвертка. Она бьет невидимыми лучами добра. Вошли. Так. Опа! Нормуль, больница. Всем привет. Супер. Так, я вышел в эту дверь. Первая дверь в холле. Первая дверь слева, Бонни, запомни. Здесь, естественно, закрыто. Слава богу. Запоминаем, запоминаем, ребята. Мы почти прошли эту чертову игру. Разгадали эту загадку. Так, а тут сколько? 11. Господи. Мы почти сделали это, ребята. Сейчас час X. Время Че. Надо собраться. И в большую дверь. Чпурдык? Не чпурдык. Дальше. Так, Ник. Ну, ты откроешься, конечно. Разрушил мое колдунство. Теперь она свободна. Слышь, тетя, я не знаю, о чем ты. Меня вообще не интересует. Я думал, она просто... Короче, выпусти меня отсюда. Ты поможешь мне? На свободу захотел?
маленькая решетка. Вы все на шконке. Даже своей помощью не остановить нас. Церемония скоро начнется. Finally, и она родит мне Бога. Вот, собственно, и она. На, посмотри, что ты натворил. Криворукий. Что? Что я натворил? О, гад. Старый добрый Сайлент, ребята. Вот он. Вот он, родной. Да ладно. Да ладно. Что еще? Это не финалка? Блин. Карта. Хрен мне, а не карту. Окей, две ампулы. Две ампулы и отвертка. Ребят, ну что, вот прям вот практически, практически уже старт первой части с Гэри Мейсоном и Шерил. Господи, как стрёмно, да? Господи, только не говорите, что нам придется с ней драться, а? Пожалуйста. Говорите, что нам придется с ней махаться, ребята. Карта! Или что это? Это карта. Норм так. Это город, ребята. Ребята, это город. И куда нам? А, понятно. Хорошо. Попробуем направо и прямо. Самым простым и коротким путем. Правильно, так же? Не заставляйте меня здесь ходить по всей локации, пожалуйста. Господи, это же очень страшно и стрёмно. Господи. Ёкарный театр. Ёкарный мобай. Господи, как же стрёмно-то, а? Побежал. Побежал, 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 побежал. Ох ты ж, какая интересная здесь... Тихо. Бежим прямо. Просто бежим прямо. Спокойно. Спокойно. Пошел прямо, слабак. Так, пока бежится, бежим прямо. Прямо нам и надо. Ух ты, ёкарный бабай. Господи, мы пробежим. Видишь, ты справишься. Так как я справлюсь? Он же огромный. Я не пройду, он жирный. Нормально, Бойч. Ты устал. Ничего. После стрима в Лолец отдохнешь там. Ага, прибежали. Вот мы и пришли, ребята. Прямо пути нет, ребята. Вот такая вот загогулина. Господи, боже ты мой. Где мои энергетики? Энергетик. Пошел, родной. Пошел. Это жопа. Ребят, если когда-нибудь на свете существовала жопа, то вот так она и выглядит. И что? Так, может быть, у меня галлюцинация? Давайте еще раз проверим. Могу ли я пойти налево? Я не могу пойти налево. Налево я не могу и пойти. Вы понимаете, да? Я не могу туда пойти, блин. А что делать-то, ребят? Делать-то что? А, вон, нет, я могу пойти. У меня просто идет какая-то херня на меня идет. А я просто обхожу. А я просто застрял, у меня есть энергетический напиток. Ай, тут не пройти.
Ладно, придется с ней разобраться. Да хрен там. Не придется. Придется. Не придется. Придется. Где я? Куда я вывернул? Куда я вывернул? Где я? Я просто бегал по кругу. Супер. Или нет? А сейчас налево. Ну ты козлина. Иди сюда, иди сюда. Я тебе еще и сруб добавлю. Ты мне не встанешь. Ты не встанешь. Ты же в пятом раунде не встанешь, скотина. Мочи ее. Еще. Господи, еще. Господи, еще. Их много. Их много, ребятушки. Их очень много, ребята. Ну давайте еще побьем. А че нам париться? Давайте этой тоже навешаем. Берем энергетик. И пробуем просто пробежать направо. Нет, не бежится. Как не бежится-то? Бежится, чувак! Бежится! Еще. Так, обходим. Нормально, нормально, нормально. Ни с кем не деремся, ни с кем не деремся. Нормально. Константин. О, господи, как ручки-то, ручки-то, как ручки-то вспотели-то, а? Лапки мои как вспотели-то. Ой, ё-моё, слонопотамы, слонопотамы. Чё, побежал, твою мать, как я буду его обходить? Как я буду тебя обходить? Нет, дядя! Нет, пожалуйста! Мне жопа. Кажется, жопа пришла, ребята. Так, я могу его выманить. Господи, господи, как же выманить? Так. Спокойно. Во-первых, он мне всадил так, что у меня чуть челюсть не отвалилась. Во-вторых. Во-вторых. Тупица! Их двое. Так, следствие показывает, что их двое. Они меня окружают, ребята! Ой, ваша мать. Ой, ваша мать. Так, надо выманить как-то его. Надо как-то его выманить. Я не буду с ним драться. Почему я не буду с ним драться? Он не выходит. Быстро, быстро. Кинь в него что-нибудь, кинь в него что-нибудь. Еще что-нибудь кинь. Еще что-нибудь. Еще что-нибудь кинем. Ну вот часто должен попасть. Давай, 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 давай. Застрял. Ребят, он застрял. Нет, он не застрял. Он застрял. Он застрял. Спокойно. Еще что-нибудь кинем. Фастом, фастом, фастом. Дурак. Он не может идти. Норм. У нас больше нечего кидать. У нас больше... У нас есть что кидать. Умрешь или нет? Так, вторая идет, вторая идет, вторая идет. Они полностью загородили проход. Я хрен его знает, что делать. Стоп, а это другая тварь. Это другая тварь, это другая тварь. Я сейчас ее выманю. Может, ее и надо было убивать. Ну все, вы меня достали. Мазафака. Хорош! Только она загородила прохода. Как я... Как... Что происходит? Что происходит? Почему все... А, почему все потемнело? А! Мама, 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 я ничего не вижу. Пошел, 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 пошел. Почти дошли. Взяли отвертку. А! Кто? Уйди! Уйди, паскуда! А, с тобой-то мы сейчас поговорим. Выходи!
Выходи, скотина. Ты будешь выходить, нет? Лошара. Никантара. Так, ампула. Еще хрень. Еще хрень, я сказал. Отвертка. Отлично, отвертка, конечно. Да блин! Давай, дерись! Дерись! Дерись, как мужчина! Бей дальше всех, бей! Отвертка кончилась, кулаками добавим, блин, я забыл, что отвертка это ни хрена не надежная. Фиганда. Фиганда, абсолютно бесполезная, добей! А, может быть это, кстати, новый смайл из Good Game нас атакует, а? Ребят, похоже ведь на правду. Это новый смайл Good Game на нас напал. Это вот как раз этот розовый слоупок. Ампула. Микстурка. Конечно же, микстурка. Конечно же, микстурка. Конечно же. Все нормально, ребята. Все нормально, ребят. Давайте пойдем с этой фигандой. Так. Окей. Окей. Нам в другую сторону. Ну где уже? Ну где уже идти, его мать, уже? Уже вход в 9-е врата ада. Где он уже? Ну где ты? Я, по-моему, уперся прям в него. А, нет, не прям в него. Давайте обойдем. Но вообще не стрём. Да как так-то? Лол. Я прям в центре уже. А, вот дверь. Дверочка. Дверочка, две руля. Спокойно, спокойно, спокойно. Очередной спуск к прекрасному. Ну, сохраниться бы не помешало бы, наверное, да? Ну, да, сохраниться же, люди. Люди добрые. Несколько чемоданов. Сохраниться же, дайте. Конечно, сейчас прочитаю, ребят, не переживайте. Так, это мы смотрим на дверь. Это несколько чемоданов. Это мотель, да, собственно? Отель, мотель, шмантель. Давайте посмотрим, что вот это такое. Ну, посмотри. Ты же хочешь смотреть, ты любишь смотреть. Давай. Что, что, куда? Куда ты пялишься? Дыра. Хорошо, в нее мы и полезем, конечно же. Конечно же, только сейчас шнурки прогладим. Хорошо, давайте читанем. Устройство Флаурас. Происхождение неизвестно. Устройство, впервые упомянутое в творчестве Чанг Чена, советника членов. Чанг Чен, советник членов. Ранней династии Хан. В одном из своих трактатов Чанг Чен шутит о том, что ему удалось поймать демона в свою... Чанг-мунг-бунг. Ну? Я жму на крестик, мать вашу! Треугольную коробочку. Когда Чанг Чен погиб в ужасном пожаре в королевском замке в 115 году до нашей эры, устройство было утеряно. Похоже, ходили слухи, что оно попало к лютеранскому монаху М.Д. Льюису-младшему, который в 76 году заговорил о своей возможности контролировать и усилять мысли. Льюис связывал это не с демоном, а с богом, утверждая, что это оружие ангелов для борьбы со злом. Так вот откуда эта легенда о том, что там сидит не демон, не дьявол, а ангел. Бог, видите ли, мать вашу. Ну ладно, ладно, лезем уже в дыру, да. Вставай! Вставай с колен, пролетарий. Пролетарий. Угнетенный класс уже давно не в моде. Давай, вставай. Довольно, знаете, однообразное занятие. А.
surprised to see. Не ждал тебя увидеть. We had assumed you just leave. Мы думали, что ты уже далековато. Пора усыпить ее. Как каштан. А, ее! Меня усыпить! Они меня усыпили, пацаны! Хитрые сволочи. И чё? She's here. Она здесь. Пора стартовать. Не сыт, Дален. Без него она не сможет воспользоваться своей силой. Мама! Маманя! Не трогай, горячо! Скажите, горячо. Она в клубе. Его сила соберет твою мощь. Мы все сгорим в пламени ада. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. Я не хочу гореть в пламени ада, ребята. Ребята, где мой кольт 40-го калибра? Я надеюсь, что патронов на дробовик у нас уже, наверное, штук миллион. Я надеюсь. Спаситель. Перезарядочка. Один патрон. Давайте шмальнем по нему разочек со спасителя. Со спасителя грех не шмальнуть по этому пацану. Что-то в нас кидает, ребята. Он кидает в нас какую-то херню, ребята. Ладно. Чувак. Не-не-не-не, дядя, что ты делаешь? Я, кажется, помер. Я еще не помер, я еще жив, все нормально. Перезарядочка пошла. Да какого? Окей. Так, мне уже плоховато, да, сердечко забилось. Ничего. Чё, ребята, ничего, сейчас затащим, применяем. Мы снова здоровячок. Так, в рукопашную с ним ходить нельзя. Перезарядка. Кажется, довольно однообразненький у него такой этот самый, как его... А! Однообразненький такой у него спешл. Ультит, пацан. Нет! Ой, как я увернулся! И снова ворот! Хорош, перезарядочка! Снова перезарядочка. Вообще изи раскатал. Изи раскатал, ребята. Как ребенка. Чувак, учись. Учись мне крик. Не зря я играю в лолец. Я прожимаю 7 кнопок, а уж одну-то я прожму. Так, из него что-то вывалилось. Так. Тот самый демон, который сидел во Флаурсе. И что? Так, Флаурс. Давай. Сдынь. И Флаурс разрубал его на части. Опа! И снова его заловил его Флаурас.
Так. И теперь эта тварь сидит там. Опа-це. Что такое, ребята? Не ожидали? Видали, как пролетарии трудовые, как дальнобойщики со злом запарываются? Ой, вздым. И тут неожиданно появляется на свет Шерил, да. Успел еще. Молодец. Тимоха! А, это плохая была концовка, да? It's a girl. Девочка. Go on. А, возьмем ее себе. Бэтмен, посуду найти. Да за кефиром бегать. Вот, ребята. Half the soul is lost. Половина души утрачена. Семя пока что дремлено. Вторая половина не утрачена. We'll use a summoning spell. Используем призывающее заклинание. Колдунство, услышав ее боль. И она придет. Это займет немного времени. We can wait. Да пофиг. Мы никуда не торопимся. Ну что, друзья, все встало на свои места, используя, по всей видимости, психические тайны прошлого нашего бравого дальнобойщика Тимохи. Алесса заставила его собрать этот Флаурос. Туда демонов, ее душа разделилась, и соответственно хорошая часть в виде Шерил отправилась к Гэри Мейсону и его женушке. Ну и вот сразу после этого последует следующая часть, первый Silent Hill, собственно, игра начнется. Вот такой вот приквел, довольно интересный, довольно атмосферный. Вполне выдержаны в духе этой игры. Я считаю, что разработчикам удалось передать, самое главное, передать повторимый дух Silent Hill'а, за что им ставим твердую пятерку. Ребят, ну что, всем спасибо. Всем спасибо. Все молодцы. Всего убито врагов холодным оружием 44, всего убито врагов огнестрельным 18, в основном это боссов, кулаками 53. В общем, я мастер кулачного боя. Количество концовок игры одна. Ну и так далее. Статистика огромная. Награда спасителя не получена. Награда коллекционера не получена. Вообще ни одной награды не получено. Но вы знаете, я переживу. Переживу эту страшную трагедию. Ваши награды начинают уже игру заново, используя все ваши предметы, снижение, также все ваши собственно. Пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Ну что, друзья, давайте подводить краткие итоги. Как раз вовремя мы закончили, прям трехчасовой стрим получился у нас, 12 ночи на часах. Я думаю, что эта часть вдохновляет нас на продолжение, в прохождение серии Silent Hill. Следующая игра, по-моему, у нас Downpour или Shattered Memories, не помню, что там по Википедии было раньше, в хронологическом порядке. Мы продолжим, друзья. Это была
если не первая, то нулевая история о мире Silent Hill, весьма талантливо рассказанная американцами. А снова отмечаем хорошее музыкальное сопровождение в исполнении Акиры Ямаоки. Ну а с вами увидимся в ближайшее время на просторах интернета, где мы продолжим исследование загадочного, одного из самых таинственных миров в истории игрового хоррор-жанра. До нового Silent Hill, ребята! Всего вам доброго, мальчики и девочки. Самое главное, сдавайте на права на категорию D. Всем удачи и спасибо за просмотры. Всем, у кого родственники работают дальнобойщиками, огромный, горячий и пламенный привет. Заводи мотор, ребята.